Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Да, Лёш? А я еду сейчас на Первый канал, юбилей у Волочковой Насти. Отснимусь и домой. Жду вас. Все, договорились, Лёш, давай. Ну. Лёша с дочкой в гости приедет. То, что было нам приснилось. Все отлично. Мы любовь свою делили. Прямой эфир. Нет, эфир не знаю, завтра, послезавтра, он же не сразу выкладывает. Мужчина и женщина, два главных. Мужчина и женщина. Вызывай полицию, и все. Если кто-то угрожает любому человеку, вызывайте полицию сразу. Ужалили? Зачем? Она хорошая. Ну, сниму немножко, может. Дочка скромная очень, она стеснительная. Не любит, когда у папы автографы берут, фото. С крещением. Напоем Богом данное мне. Мео, не Джульетта. Это кому нету 18? Седьмой класс. Ого-го. Говорят, любовь не купишь. Говорят, счастливым будешь. Ну, с программы не дадут, а до этого там похаю, вхожу. Барнаулу привет, Мартине. Привет, передаю. Трое, мужчина и женщина, где нас было двое, мужчина и женщина. Ростову-на-Дону привет. Рома Дон. Какого парня? Не понял. Мужчина всегда будут рядом. А для вас поют Андрей Ковалев и Катя Лель. Песня «Мужчина и женщина». Оле, Свете, привет. Конечно, ныряла, как же. Я ж православный. Ну, на планерке из 50 человек только 3 нырнули. Сказал, что сегодня задание всем нырнуть. Мичуринску привет. Ну, где-то не очень далеко от нас. Калужская область или Тульская. Рада, мужчина и женщина всегда будут рядом, любовью повенчаны. Морковный сок, да, со сливками, неплохо. Анюте Свете уже передал, еще раз передаю. Тамбовская, хорошо, виноват. Отлично себя чувствую. На 7 килограммов похудевший. Важно теперь удержаться. Объективно все-таки двигаюсь мало. География не 2, а 3 с минусом. Это разные вещи. Не будем вас хэви-металом пугать. Сыктывкару, привет. Играла на фано одним своим тонким пальчиком. Можно, конечно. Со своим старым мальчиком. Желаю удачи. И завтра, и послезавтра, и всю жизнь. Да зачем? Конечно. А я после концерта всегда фото на память, автографы. Еще ни разу не было, чтобы я там и слетел. Люблю лишь тебя одну, а наша любовь как Титаник. Нормально, что? Если бы он был вас младше на 60 лет, ну, надо подумать. Хотя тоже нормально. В асфальте девушка в синем платье. Говорил ей, что мне надоело. Она всю Земфиру пела.
Ну, вряд ли получится, на программе не дадут снимать. Да зачем? Это все. А наша любовь, как Титаник. С легким паром. Наша любовь, как Титаник. Ну и нормально, что? Вообще дело не в возрасте. Дело в любви. И в уважительном отношении друг к другу. Называется прямой эфир. Россия-1. Спасибочки. Спасибо. Ша любовь, как Титаник, так красиво идет ко дну. Да я думаю, завтра сделаем такое вещание. Ну и молодец, правильно. Чего всем про возраст рассказывать? Да, ребята? Из некрологов знаете, черный юмор. Но... Для вас прозвучала песня на Алёше «Любовь как Титаник» в исполнении известного и популярного артиста российской эстрады Андрея Ковалева. Тонкий юмор. Певец и композитор сказал только что, кто я. Для вас звучит группа «Пилигрим», «Не гасите свечу». Можете, кстати, посмотреть фильм Дольфа Лундгрена «Опасная гастроль», где звучит эта песня. Дружим, да, была у меня на день рождения. Да и ладно, ну старше, моложе, какая разница. Ну как, ну программа, ток-шоу Бориса Корчевникова. Прямой эфир. Дочка с папой живет. Я уже говорил, сбежала от мамы. Поеду в тур обязательно. Не разорвите кольцо ваших рук. Птицу ревность дразнили вместе непрозрачностью серых дней. Россия-1. Ну, какой-то концерт будет в марте обязательно. А это, знаешь, где-то на... Или в этом... На студии Горького, наверное, да. Небо вас не простит никогда. Две звезды на безумной орбите разлучат навсегда. Холода! Всем привет, друзья! Как крещение? Все окунулись? Как по нашему православному обычаю положено? Приехал, конечно. Да я уже был. Я еще маленький, еще расту. Думаю, до 2 метров вырасти. 190 уже вырос. 10 сантиметров осталось. Я говорю, пороть Сашу, блин, ремнем. Все. Пскову привет. Адыгея привет. Леху Перелыгина что-то вроде так не припоминаю. Но может и знаю. Вас не простит никогда. А как вы хотите на меня поработать в Ростове-на-Дону? Тула, привет. Бите. Нет, это не Малахов, Борис Корчевников. Как это я могу забрать вашего сына к себе на неделю? Вы что? Это неправильно. Родители должны воспитывать сына. Дзержинскому привет, пламенный. Из них. Устроено очень сложно. Вот приехали уже. Что? Останется после нас. Сейчас вам включу, посмотрите, звезд. В Москве. Ну, не знаю, много вакансий, наверное, разных. Сложно сказать. Хотя кризис, конечно. Владивостоку привет.
Москва непростой город. Я сегодня в пиджаке, между прочим. Вас не простит никогда! Ну, сейчас посмотрите, как выглядит.